этого парня очень экзотичное имя. Его зовут Юски Томида. Он приехал в Стерлитамак из Японии. Молодой человек учится на экономиста. В наш город он попал по программе студенческого обмена. Юски рассказал, что с детства слышал о России от своего дедушки, тоже экономиста, который в свое время глубоко изучал экономику нашей страны. И когда встал вопрос, куда же поехать, Юски, не раздумывая ни минуты, ответил, что ходит только в Россию и попал в Стерлитамак. Я люблю Стерлитамак. Когда я был в Японии, я думал, что русские люди очень холодные люди, потому что я видел русских только на видео. Я приехал сюда и был очень удивлен, потому что жители Стерлитамака всегда такие улыбчивые, всегда любвеобильные. Это так прекрасно. Когда я приехал сюда, я был удивлен, потому что Стерлитамак очень красивый. Деревья, зелень, цветы, очень интересные. Интересные люди. Это очень-очень прекрасно. Я никогда не видел такого красивого города в Японии. Проведя в нашем городе всего неделю, он с теплом и нежностью рассказывает о своих впечатлениях. Юски очень хочет еще раз приехать в наш город, несмотря даже на то, что простыл здесь. Ведь в стране восходящего солнца не бывает таких холодов. Я люблю Россию, я не знаю почему. Потому что мои друзья из России очень дружелюбные и открытые. Я не знаю, это друзья, друг это друг. И я хочу приехать сюда зимой. Я хочу увидеть очень красивый снег и прекрасный Стерлитамак. Но я думаю, что это очень холодно для меня. Я хочу увидеть моих друзей еще раз. Я хочу говорить больше и больше о Японии и о России. Юски Томида обязательно приедет, ведь он еще не видел нашу зиму, наши горы, знает не всех интересных людей нашего города, не был на наших национальных праздниках. Юски из тех, кто любит и признает не только свою культуру, но и культуру других народов, их быт, жизнь, природу. И свою любовь к маленькому городку в сердце России он постарается передать своим друзьям в Японии. Ольга Зверева, Эльвира Шамсудинова, Николай Соловьев, ЮТВ Стерлитамак.